Гул сирен и крики болельщиков. Накал страстей здесь достиг максимума. Так в Владимире прошел финал 16-го сезона чемпионата школьной баскетбольной лиги КС-Баскет. Всего за статус лучших во Владимирской области боролись команды из 191 общеобразовательного учреждения области, 21 муниципального образования региона. Победитель этого турнира получает право представлять Владимирскую область в первенстве Центрального федерального округа КС-Баскет. Победители областей, то есть команды примерно такого же уровня. То есть там будет пожестче. В финале среди мужских команд победителями стали владимирские баскетболисты из 15-й школы. Среди девушек в упорной борьбе золото завоевала команда Владимирской средней школы 38. Максим Голубев, капитан команды юношей-победителей, говорит, без баскетбола не представляет жизни. В спорте он уже 9 лет. Его цель – высшая лига. К ней Максим идет упорно, о чем и говорит его статус в команде. Юноша признается, для слаженной работы парней нужно координировать и поддерживать морально. Стараются все, поэтому победа заслуженная. Эмоции переполняют на самом деле. Но мы много трудились над этой победой. Я думаю, мы ее заслужили. Эмоции очень большие. Нас подготовил наш тренер, которому большое спасибо. Он подготовил нашу всю школьную команду. Мы тренировались 5 раз на неделю и в итоге сделали то, что нам надо было на игре. По традиции генеральным спонсором проекта выступает компания «Т+». Организация активно поддерживает развитие спорта как внутри компании, так и за ее пределами. Детский баскетбол – одно из приоритетных направлений. Вот этот вид спорта, он достаточно доступен. И как раз вот это может во всех школах. Здесь нет никаких ограничений по здоровью. И каждый может этим заниматься. Это очень важно. И чем больше детей будет заниматься, чем больше у них будет возможности пробиться в большой спорт. Ну, а тот, кто не пробьется, у них просто будет больше здоровья. И мы к этому идем. Победители турнира получили право представлять Владимирскую область в первенстве ЦФО КС-Баскет. Они столкнутся с призерами других областей. Анастасия Козлова, Егор Дикевич, 6-й канал.